Подождите. Если это ваша крестница Золушка, значит, мы туда попали, куда нужно. Разрешите представиться, Агафопус. Можно просто Федя. Крестная фея, к вашим услугам. Ваши услуги нам очень понадобятся. Ай! Вы нарушили мой спокойный быт! Она вас с ленью еще и невоспитанность, что ли, приобрела, по чужим хвостам ходить. Вас куда не приглашали? Пыль везде, грязь, паутина. Меня ты... все устраивает. Какая ты, Золушка, ты бабусик, резнусь какая-то. А я говорила, между прочим, что так и будет. Слава мне Богу, ты бралась. Все кругом захватили эти пауки. Батюшки Хоттабыч, у них еще и моя волшебная ба... Крестная! Крестная! А я тебе говорил, видишь, к чему лень приводит, а? Вот, смотри. Все, бери метлу, убирайся, давай. Так, Щелкунчик, а нам надо, наверное, с тобой с пауками разобраться. А ну-ка давай гонять их, я хвостом помогу. Давай, и... Оп! Восьмилапый, страшно? Да, вам. Давай отсюда. И сейчас точно убегу, держи. И палочку отдай. Так надо лучше. Все. Почти все на своих местах. Так. Надо расколдовать. Как и чем? Хвостом или палочкой? Ребят тоже думают, что палочкой. Что-то у меня сегодня хвостом плохо получается. Так, сейчас. Я попробую сейчас. Раз, два, три. А чуть-чуть это она заквакала-то? Точно, она когда колдовала, вращалась сейчас. И раз, и два, и три, феи, отобри! Могучий Гудвин, что это хоть было? Ничего не понимаю. Ой, ни одной паутинки! Все блестит, все красота какая! Ой, Золушка, уж ты ж моя красавица! Ты ж моё золотко. Ой. Прошу вас. Спасибо, королевич Агафопус. Вы такой смелый. Крёстная фея, мы ж к вам по делу. Мы ж по делу к вам. Мышь по делу? Мышь по делу. А, мышь по делу. Мышь по делу. Вы знаете, вот это настоящий человек. Принц, я бы даже сказал. Я его случайно сколдовал, а расколдовать никак не получается. Может, поможет нам, а? Ну, я в своей сказке, поэтому я могу все. И набрал. Мама моя стала. Что ж ты с ним сделала? Подальше. И раз, два, и три. Крёстная. Что-то ничего не произошло. Да я просто не с той руки сейчас, я с этой попробую. И раз, два, и три. Батюшки Хоттабыч. Мне неудобно говорить вам об этом, но, по-моему, ничего не изменилось. Молодой человек, вы когда это с ним сделали, наверное, очень злобный. Ну и признаться, я сильно на него обиделся тогда, да? Ну и видно. К сожалению, не смогу помочь вашему другу. Нет, не смогу, прости. Я в своей сказке могу все, ну там кроме лени, конечно. Но это видно, другая сказка. Крёстная, ну как же так? Его же надо в человека превратить обратно, ну и не символом года стать. Ну я сейчас подумаю. Солнышко, помнишь, мы с тобой читали? Мы читали недавно, да, знаете, восточная медицина, философия. Разные там чудо делают с людьми и вот с этим тоже, может быть. Восток, дело тонкое, Щелкуха. Спасибо большое, там точно колдунов много, найдем. На восток. На восток.
помогут. А ты, Солнышко, вот этот инструмент из рук не упускай. Глядишь, и принц вернется. Всего доброго, спасибо. До свидания вам, спасибо. Какой хороший молодой человек. Пойду посижу, что ли. Стоп. У нас с тобой еще крыльцо надо помести, семь розовых кустов посадить, чечевицу от гороха перебрать. Жасмин! Сейчас, минутку. Вот еще не было и горя. Жасмин! Ты сейчас, минутку, что пристал? Нет, это не Жасмин, это Жасмин какая-то. Ага. Жасмин! Обиделся ты на кого? Ну, как сказать?
сказать-то? Да если бы обиделся, он как чего-то боится. Боится? Да, и ничем не выманить. Как ничем? Что, даже сыром? Даже сыром. Странно, меня сыром всегда можно выманить. Ну, неудивительно. Ну, раз выманить не получается, нужно что правильно вытянуть? Пылесос! Паровоз! Пароход! Пу! Какой паровоз? Я говорю, пылесос. А при чем здесь пылесос? Объясните, пожалуйста. Ребята, ну, вот даже в зале ребята поняли. Пылесосу можно вот оттуда вытянуть. Да? Да. А у нас есть пылесос, не сел один там за ширмой. А это, вытряхнуть не пытались? Тихо, укачает. Пытались, все пытались. У нас пылесос самый мощный в стране. О. Папа на Новый год подарил. Так, ну давайте тогда попробуем. Включай. Не получилось. Да, плохая была идея.